значит, по мира еще также Атхаус приступил к работам по установке закладных на опоры для установки по устройству освещения в рамках проекта благоустройства. Ну, вы затронули эту организацию. Все-таки в чем причина, почему они выбиваются из графика проведения работ? Организации, которая устраивает, значит, у нас обустраивает освещение опор. Почему они процентов на 50 не выполняют, если не на 80, график производства работ? В чем пояснение дают? Он дает пояснение, что они не могли закончить подготовку бурения для установки закладных. Столкнулись там с бетоноломом, с плитами, с металлом на глубине. Все это устранено. Ну и долгое время проходили согласования работ с электросетевой компанией Просеки. Ну, допустим, когда я проводил штаб, значит, в среду, и, соответственно, он отсутствовал, соответственно, вообще, почему он отсутствовал на штабе? Он сказал, что не успевает, был в пробке на трассе в связи с ремонтными работами. Приехал позже, сегодня он в 11.30. Ну, это в 11.30 приехал после моего уже настоятельного требования. Ну, мое будет решение такое, как бы это сложно не было, мы поменяли подрядную организацию в связи с невыполнением графиком работ, значит, по благоустройству. То есть на мире у нас три работы идут. Первое, дорожное полотно меняется, да, и вы знаете, в каком состоянии там было, да. Второе, это наша организация, это подрядная по благоустройству отдельно, да. И третья организация по установке опор освещения и установке освещения, то, что у нас есть, там опоры кривые и так далее. По организации, которая, соответственно, у нас должно было сделать благоустройство, мы ее отстранили. В соответствии с законодательством у нас определена другая организация, которая сегодня производит работы по благоустройству. И хорошо, что мы не затянули, как обычно, тянем, сомневаемся, отстранить или нет. Это чтобы другим повадно не было. Значит, он прекрасно это видел, как ситуация разворачивается по опорам освещения. Давайте, это вот тема номер, считаю, что по миру очень важна. Она сейчас сдерживает освещение сегодня, установка закладных и установка опор, сдерживает другие виды работ. То есть, естественно, уже, учитывая, что затянул работы он, у нас хоть и позже стала организация по благоустройству, но вместе с тем, это, соответственно, сейчас держит всю работу. Поэтому сегодня он прибывает, попрошу, значит, Евгений Анатольевич присутствует, правовая служба присутствует, Игорь Васильевич присутствует. Из того объяснения, которое он скажет, если, допустим, до 1 июля он не поправит ситуацию, соответственно, будем расторгать с ним. Опоры можно чуть попозже поставить, но другим повадно тоже не будет. Раз, два, сколько можно об этом говорить? Поэтому пусть он сразу готовится, не просто так поговорить, я буду делать, а чтобы он зашел с новым графиком производства работ, сразу говорю, да? Игорь Васильевич, вы оцениваете этот график, чтобы сроки, которые получаются в течение месяца, он практически ни черта не делает, да? Получается, они были восстановлены. Вот до 1 июля он должен все закладные установить как минимум. Недович, оцените, исходя из, значит, тех видов работ, которые он делает. Вот такое принимаю решение. Но решение, будет он работать или нет, исходя из сегодняшней беседы с ним.